Ну что, друзья, всем привет, с вами Клауд, и сегодня я вам расскажу плохие новости по поводу Scrap Mechanica, все потому, что разработчики, по-моему, полностью на него забили, уже месяца 3-4 не приходит никаких обновлений, даже мелких, даже фикс-багов ничего не приходит. Последнее обновление было, по-моему, в районе где-то середины августа, и до сих пор ничего не вышло. Я давно уже заметил, что разработчики давно забили на Scrap Mechanica, и им уже просто надоело, наверное, делать. Но, помимо прочего, еще и сами зрители, ну, скорее, сами творцы всяких различных построек тоже забили на Scrap Mechanica, и, к сожалению, тоже очень все примитивно, банально, неинтересно, даже с модами ничего нормально придумать люди не могут. То есть люди все ушли в какие-то другие конструкторы, возможно, это именно Stormworks. Но, тем не менее, ребят, сегодня мы посмотрим самые последние какие-то есть постройки и сами убедитесь, что ничего хорошего уже, в принципе, особо не строят, хотя вот экскаватор выглядит очень, кстати, неплохо мне. Честно говоря, даже нравится. Вот. И, возможно, в конце я расскажу. Возможно, мы запустим последний, напоследок еще какой-то большой проект Scrap Mechanica. И чтобы, ну, как-то почтить память замечательной игры. Так, ну что, давайте смотрите на этот экскаватор. Мне он приглянулся. Я смотреть буду только по сути только без модов, потому что я хочу знать, на что люди способны. Ну, даже с модами там тоже не намного способны, на самом деле, ребят. Так что сильно не расстраивайтесь. Давайте посмотрим. Выглядит неплохо. Так, это у нас просто катает. Давайте посмотрим. Что неплохо катается. Мне нравится. Управление такое обычное, как, ну, как, вот, как у танка, в принципе, управление. Я тоже когда-то строил эскаватор, тоже неплохо получился, но тогда не было поршней, сейчас есть поршни, и теперь, видимо, будет лучше работать. Давайте посмотрим. Так. Вверх, я понял. Это ковш. Сгибается, разгибается. А, я понял, что это интересная система. Смотрите, мы нажимаем так, он и катается. Точнее, вот так вот он поворачивается с самими этими штуками. А когда нажимаю клавишу, он должен ездить. Вот, то есть человек делал систему передач. Смотрите, на клавишу нажимаете, внутри что-то происходит. Сейчас посмотрим. Переключается, и вы можете управлять сюда. То есть какая логика, как клавиша переключается. Вот это очень круто сделано, мне очень нравится. Нажимается, разжимается. Не могу использовать эту последнюю стрелу. Вот эта последняя вещь вот не наклоняется. Пытаюсь. Не хочет срабатывать. То есть вот эта последняя штука не работает. Вот. Либо не задели, либо что-то с ними не так. Но тем не менее, экскаватор прикольный. Ой, сколько у него всяких различных связей внутри. Прикольно. Помимо прочего, люди собирают достаточно неплохие джипы, смотрите. Очень, по-моему, интересной постройкой. То есть тоже, опять же, без модов, но смотрится все и собрано очень красиво. Давайте посмотрим. Да, у него, видите, как интересно сделана подвеска. Через две пружины. Вот так, вот так. Видимо, ну, на что-то влияет. Сзади то же самое сделано. Выхлопная труба даже сделана. Низ выглядит круто. Давайте посмотрим, как он падает. Все очень комфортно и мягко. Но, по-моему, ничего не открывается в нем. Давайте посмотрим. А, это у него пнема такая. Воу, прикольно. Фары. Похож на американские Chevrolet Jeep. Очень-очень-очень достойно сделаны. Очень... И вот как раз в пропорциях, как раз в очень грамотных пропорциях к нашему человечку. Так, что еще? А, ну и поворотники есть, смотрите, срабатывают. Давайте покатаемся. Занизимся немножко. И очень достойно, кстати, катается. Мне нравится, комфортный джип. Пока что ничего не открывается, но в основном он очень-очень-очень-очень комфортный. Давайте какой-нибудь опором заехать. Из сложности. Сложности никаких почти не вызывает, полный привод у нас. Блин, как жалко, что разработчики все-таки, да, забили немножко на Scrap Mechanica. Это же такая замечательная игра когда-то была. Так, застряли. Поднимаемся. Так, надо бы как-то, может быть, попробуем съехать, может, получится? Аккуратненько, на большой подвеске. Так. Ну, подвеска, кстати, достаточно грамотно сделана. Мне нравится, она очень комфортная в управлении. Давай. Так. Так, все хорошо, четко. Слушайте, идеально съехал. О, давайте попробуем здесь заехать теперь. Давай. Возможно, не хватает немножко. Давай. Немножко не хватает нам, знаете, чего? Колес побольше бы нужны. Ну-ка, попробуем. Давай, ребят, давай. Давай. Yes. К сожалению, вот до сих пор езда в Scrap Mechanica сделана не идеально. Я даже не знаю, где в каком конструкторе сделан идеальней. Но тут
далеко до идеала. Давай. Мощности, наверное, не хватает. Слушайте, ну уже прикольно, мне понравился. Давайте посмотрим, как он сбоку смотрится. Так и оставим. Так, у нас есть очень прикольный вертолет-апач, который очень красиво смотрится, причем сделан при этом без модов. Офигеть, я не знаю, как он точно будет летать. Написано, нужно хорошо летать в теории. С пулеметами смотрите. Офигеть. Только там нельзя посидеть, по-моему. Да, нельзя. Что там такое за окно? Ай, клавиша, подожди, не улетай! Слушай, с автоховером, смотрите, грамотным. Подожди, так он выключи. Мне же нужно внутрь попасть сначала. А, вот, смотрите, он, походу, сделан из картона, его можно же пробивать. Да, давайте поверим. Да, он сделан из картона. Это круто. А, этот чувак стреляет. Один чувак стреляет, короче, по бокам, да? А вот этот второй, получается, управляет. Давайте сядем, посмотрим. Падение черного ястреба. А че он рванул, да? Ладно, у меня еще один есть. Какое-то самоуничтожение было, что-то в этом роде. Взял, рванул. Слушайте, грамотно управляется. Идеальная разрисовка. Давайте взлетим. Даже вверху секутся, и все это сделано без водов. Нет, но есть ребята, которые... Есть постройки, которые, ну, могут, ребята, однозначно могут. Красиво смотрится. Управление идеальное. Он просто, ну, наверное, на глюке кого-нибудь сделан, потому что он идеально управляется. Офигеть, какой он удобный. Так, а что за клавиши все-таки? Короче, какая-то клавиша, которая нахрен со второго раза взрывает вертолет. Офигенный вертолет, мне нравится. Ну вот экскаватор, и этот вертолет, и джип, вот три постройки, которые мне реально понравились. Очень хорошо, вертолет вообще шикарен. А еще я всегда хотел построить красивый, без модов, грузовик, тягач, то есть фуру такой, и смотрите, как классно чувака получилось. Видимо, к нему реально что-то еще даже цепляется. Ну, нет у меня, к сожалению, чего к нему цепляется, я хотел посмотреть, как он внутри. Дворники даже наработают внутри. Офигеть. И кабина поднимается. И там мотор, смотрите. Так, надо сейчас мы вылезем, посмотрим это все дело. Да, ребят, смотрите. Ну, получается, рядная восьмерка. Блин, очень грамотно сделано. Не знаю, как, ну, нет, конечно, амортизаторов, но в таких фурах-то не сильно нужны амортизаторы. Ты, нужна чисто по нему подвеска была поставить. А сейчас, смотрите, мортеры как-то грамотно стоят сзади. Давайте посмотрим. Хочу посмотреть вот что, как стоят, как поставлена по задняя подвеска. Пружина как бы стоит, но она бессмысленна, потому что он прикреплен, смотрите, опять к блоку. А что с ним мы разожмем? А, вот что держалось на пружинах, ребят. Зато теперь хотя пружина работает. Да, вот эти штуки держались, к сожалению. Так, ладно, ну давайте все-таки пройдемся на нем, то как-то стыдно не проехаться. Смотрите, колесо там не задевает, не мешает. Как грамотно человек сделал переднюю подвеску. Респект и уважуха. Ну, нормально, красивая маленькая фура, как раз-таки под размер... Ну, почти под размер человечка получилось. Мне очень нравится. Ну вот... А, нет, подождите, работают мортеры? Хаюс, у нас проблемы, это может быть так выйдет? Развесовкой, да, смотрите, как я обманул систему. А то с ней подвеска реально работает, ребят, смотрите. А, на какой-то что? Вот, теперь я понял. Грамотно сделано, очень грамотно. Офигенные. Ну, могут. Есть люди, которые еще могут, ребята. Могут обязательно в эту фуру. Надо себе что-то подобное поставить. Очень красиво смотрится. Офигеть. Как из них хрен вылезешь. А так нормально. А давайте-ка мы с вами посмотрим крутой лифт. У нас немножко не криво стоит. Так, я хочу, пожалуйста, на предпоследний. Так, нормально, это что, освещение? Ага. Я хочу... И открываются двери из-за звука, смотрите. Так, хорошо. Я хочу, допустим, на последний. Датчик сработал, ждет штука, открывается дверь. Я хочу на самый нижний.
Слушайте, отлично лифт пчелок сделал. С прекрасной, простой, простейшей логикой. Все отлично работает. Очень нравится. Так и надо строить. Так и надо больше номера этажей построить. Слушайте, надо как тоже как-то этим воспользоваться на будущее в моем большом гигантском проекте. Так, немножко военной техники еще посмотрим. Напоминаю, что все без модов, все очень красиво смотрится. Хаммер, слушайте. Ну, без модов сделан дизайн, прям красота одна. А деска какая классная. С мортерами, смотрите. Импортными системами, господи. Тоже очень грамотно подоткнуть. Ну, это типа мост, это типа рама. Давайте все-таки поднимем, посмотрим получше. Да, видите, я всем пружины ставлю здесь, а может быть пружины внутрь поставить. Какая разница, на какую длину ее ставить, правильно? Ну, это то же самое. Комфортно и мягко. Давайте посмотрим, что он может. Ну, может за место пулеметчика сесть, я так понимаю. Давайте посмотрим. Давайте разбомбим наш картонный вертолет. Уже из картона сделан. Помните, да? Так, закрываемся. Поехали. Фары. Какой-то новый вид фар, что-то с такими вот. Слушайте, я такого раньше не видел. Подождите, а как это? Как он так сделал? Подождите, а как он так сделал, эти вот фары? Вот такие. Неужели такие фары появились? Тут обычная фара. Как он сделал такую сетку, смотрите. Он что-то встроил в нее. И здесь тоже. Он каким-то глюком, короче, сделал. Видите, фара в текстуре стоит. Это мы через глюк сделан. Без модов, но через глюк. Так, а что? Понятно. Ну что, достаточно комфортно катается. Поворачивать не на большую величину, видимо, это... А, он специально сделал, чтобы нельзя было поворачивать. Больше, чем нужно. Смотрите, мортеры работают отдельно. На подвеску отдельно от колес. Как так? Какая хитрая система подвески, круто. Неплохой разгончик, но он, конечно, будет цеплять все там, особо так не покатаешься. Давайте сюда пытаемся куда-нибудь заехать. Но выглядит очень неплохо. Давай, давай. Ой! Не, заезжай, смотрите. Нет, мощи с него не хватает уже. Одно колесо только... Блин, подвеска тоже очень интересная, грамотно сделана, по-другому совершенно. Видите, как работает? То есть колесо отдельно поворачивается, но сама рама висит на пружинах. Офигительно прикольно сделано. Главное, сюда только выйти. Только таким способом можно сделать. Понравился Хаммер. Дизайн отличный. Знаете, что не открывается? Давайте посмотрим. Нет, что не открывается. И вторая такая машина интересная, военная, есть вот такой вот. У нас аппарат, и так понимаю, он даже вроде как стреляет этими штуками, что ли? Так, сверху есть люк, отлично. Даже два люка, смотрите, есть. Давайте сначала прокатимся. Посмотрим, как он катается. Ну, стандартная подвеска. Тоже он, может быть, из картона построен. Хотя нет, это не из картона. Вроде нормально построен. Ну и, собственно, сейчас постреляем ракетами этими. Так, куда поезд постреляем? Давайте куда-нибудь в ту сторону. Огонь батареи, пали! Фу, слышите? А что это? А, это люк закрывается. Огонь батареи, пали! Мне очень нравится, очень классно сделано. Ай, ракета сделана красиво, грамотно. Из него вылететь нельзя. Пустите по зязе! Так, еще у нас есть такой какой-то Гелендваген, кабриолет. Смотрите, как грамотно смотрится. Написано, что Volkswagen. Давайте посмотрим. Этот модный Volkswagen. Что он может? Дверь со звуком закрывается. А, это поворотники, да? Поворотники. Так, это у нас фары. Радио. Смотрите, опускаются крыши. А, опускаются стекла. Как он это сделал? Как он это впихнул? Подождите, я не верю в это. А, вот как. Примитивно, оказывается. Ну, додумался человек опускать стекла. Додумался. И задние тоже. А теперь крышу открываем, да? Смотрите, как классно открывается крыша. Технология. Сзади складываются стекла, опускается вниз, прикрывает крышу. Все сдвигается, как продумано, господи. Опускаем теперь стекла.
И у нас крутой кабрик, смотрите. Как круто складывается крыша, вы это видели? Просто бомбически круто. Опять эти на глюке делают фары, я так не умею делать. Надо будет потом научиться как-нибудь. У-у-у. Баги кабрик. Как классно складывается крыша, господи, как это грамотно и круто сделано. Просто бомбически круто, я хочу сейчас на это посмотреть. Офигеть. Ну, блин, есть гении, которые настолько продуманно все делают. Я вот гнал на скрап-механик. Точнее, скрап-механик я гоню до сих пор, потому что они козлы, они до сих пор ничего нормально не сделали, ничего не выпускают нового. Но, блин, как люди делают без модов какие вещи классные. Я просто кайфею. Ну, немножко, да, лишневато у него подвеска работает, но это нормально. Меня выкинуло опять. Офигенно крыша сделана. Респект и уважуха чуваку. А еще у нас есть такой гигантский самолет. Как гигантский? Очень модный, по крайней мере, самолет. Который надо еще каким-то образом сесть. А, ну все нормально. Так, это у нас эти штуки. Даже закрываются там, да? Прикольно. Так, открывается эта штука. Так, а как? Вот. Вот. Все грамотно. Закрываем крышу. Закрываем шасси. Какие-то ракеты здесь выпускаются. Пулеметы, видите, впереди. Которые, я так подозреваю, можно стрелять. Очень красиво сделан самолет. Без модов такое сделать. Опять же, респект и уважуха, ребят. Смотрите, как классно. Прикольное управление, кстати. Надо немножко привыкать. Но более-менее прикольный. Как мне его повернуть в другую сторону? А, вот. А, у него гироскопы, смотри, стоят внутри. Вот это поворот! Как грамотно сделать. Гироскопы все время, смотрите, все время поддерживают. В любом состоянии поддерживают себя вертикально. Система гироскопов стоит. Офигеть, чувак сделал гироскопы. Как? Научите. Вот это круть. Офигенно, ребята. А, это трап, только не открывается у нас кабина. Ой, я стою на гироскопе. Так, тихо, тихо. Нам нужен фейерверк. У-у-у! Какая красота! Ох, гироскоп падает, смотри, один из гироскопов. Вот это настоящая крутая падение черного ястреба. Смысл сделан просто офигенно. Сейчас все, конечно, лагает. Капец как. Давайте посмотрим, как он выглядит со стороны. Ну, гироскопы сделаны. Как, чувак, научи. Это так круто. Так, ребят, ну и напоследок давайте посмотрим замок. Блин, господи, как в него войти. Ой, сейчас у тебя же будет лаги, наверное. Давайте посмотрим. Не, смотрите, замок не лагает. Сделан красиво, надо будет везде посмотреть, походить. Вот, но, по-моему, без такого какого-то суперкрутого интерьера, если только я понял. А это что такая за кнопка тогда? А, просто две кнопки сделали. Внутри у нас какая-то корона. Видимо, что-то там интересное. Так, можем повыше подняться, посмотреть, что там находится над короной. Динамики, ну да, то есть это просто замок, но к нему можете сами сделать любой интерьер. Потому что внешний замок выглядит очень красиво, грамотно. Что же у нас здесь находится тогда? Ну да, то есть, получается, к этому замку только нужно сделать интерьер, и он будет ваш замок очень крутой, и можно в какие-то бои стать. Можно вообще было сделать его из картона, было вообще супер. Какие-нибудь катапульты. А, можно катапульты разбивать, вы знаете, этими, ну, как называется, вот такими штуками можно вот разбивать. А давайте сейчас и постоим, и разобьем. Смотрите, у меня есть идея, куждая. Нам нужен картон. Все, на максимум. Ну что, готовы, ребят? А что, я вниз? Так, надо повыше поставить. Не, нормально, в смысле. Надо немножко только чуть другое изменить. Файт. Я забыл подсоединить. Все. Файт. Слушайте, забавная штука. Вот для чего нужен замок, ребят. Вот для чего нужен замок. Какая из них кнопка, блин? Вот, все. Файт!
Ах, не очень хорошо полетел. Ладно, друзья, на этом давайте заканчивать. Ну, я сказал то, что, видите, скорее всего, Scrap Mechanic скоро полностью сдохнет, потому что и разработчики его вообще перестали поддерживать, и построек крутых... Ну, есть крутые постройки, есть иногда попадаются, но крайне редко, ребята, крайне редко. И, судя по всему, какая-то не очень счастливая судьба ждет нашу любимую с вами игру. Тем не менее, я все-таки хочу осуществить большой гигантский проект на какой-то супер-супер интересной карте. Какой-то суперинтересный проект. Не знаю, интересно ли вам это будет, пишите об этом в комментариях, поставьте лайк. И я тогда решу. С вами был Клауд. Пока-пока-пока.